Валер, начинается рабочая ситуация, рабочие моменты. Кто-то еще хочет отдыхать, кто-то наоборот стремится играть. Как самочувствие, где был, что делал, да, вот если бы там как в школе раньше говорили, да, там как я провел лето. Как провел лето Юрчук, голкипер СК Днепродин? Здравствуйте, как провел? Провел в тренировках и, в принципе, поехал на отдых. Ну, не могу сказать, что это был полноценный отдых, потому что надо было работать, потому что очень долго пропустил. Вот, пытался как-то догнать всех, сравняться по физическим нагрузкам. Но в Греции есть все. Можешь ли ты подтвердить, что в Греции действительно есть все? Как тебе, в принципе, страна? Бывал ли ты раньше в ней? Почему именно такой выбор? Не был в Греции. Это был первый раз. Подбили туда друзья поехать. Не знаю, как насчет все есть. Ну, много. Главное, что там теперь был Юрчук, правильно? Там памятник есть, да? Не оставил там никакой подписи. Здесь был Валера. Под памятнику Аристотеля там дописал еще. С фанатами встречался. Да, и дети. И дети дописали. Как ощущения? Вот теперь уже премьер-лига. Есть ли волнение? Вот болельщики говорят, там, что с первого сезона команда вряд ли там может зацепиться за первую шестерку. Нет опыта, нет громких трансферов. Вот, с какими мыслями все-таки ты видишь этот сезон? Да мы спокойно относимся к этому. Я думаю, что мы этой командой давно играли, сыграны. Я думаю, что нам надо дать шанс, чтобы нас приходили, поддерживали. И мы показывали свой футбол. Если будем показывать свой футбол, то все будет хорошо.